sisters, Morty. I mean, not that I want to spend the rest of my day looking for another one. Stop, let's go! Grandpa's concern for your safety is bleeding! What in the hell are you saying? They don't have to keep trying to kill us if we join them. They're basically pussies. What's that little bauble you got back there? That's interesting. That is our glowing rock. There are no gods. You know what? Let's get sloppy. Warp mode. I like that. What the hell just happened? Warp mode. New thank you. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем вот эту тему воображения нашего, да, изучаем эту бесконечно важную для нас и абсолютно неизучаемую нашим вообще человечеством вещь, да. И возникает, конечно, очень большой вопрос, чем мир, придуманный мною, отличается вот от мира, в котором я живу, да. И современная как бы наука говорит, что этот вот мир вокруг нас реальный, а тот мир виртуальный. То есть наши вот эти вот образы, которые мы здесь, у нас они есть, они называются виртуальные. Вот, и давайте мы вернемся. Я однажды вам говорил лекцию, делал, которая называется «Реальность», да, в которой рассказывал вам, как современная сейчас наука видит как бы нашу реальность. Хотя проще говорить «актуальность», все становится понятно, да. Так вот, помните, мы говорили, что разные весь виды реальности, да, там consensual реальности есть, интерактивная реальность, микс реальность, но существует такая схема, в которой наша реальность, вот, в которой мы сейчас живем, современная наука говорит reached reality, то есть до того, до чего вот я могу reach, дотянуться. То, что ты можешь дотянуться, да. Следующая реальность – это physical reality, физическая реальность, до которой я вижу, я знаю, что вокруг меня являются волны, электромагнитные поля, там, гравитация, физическая реальность. За физической реальностью, где там существует гравитация, существует смешанная реальность, и за смешанной реальностью существует виртуальная реальность, некая такая реальность, где все объекты лежат в потенциальной форме, говорит нам современная наука, аналогично точно же так, повторяя тех людей, которые мы называем там религиозные какие-то. Да? Так вот смотрите, как близко находится виртуальная реальность от достигаемой нашей реальности, потому что за виртуальной реальностью, дальше туда, ребят, находится еще mixed virtuality, смешанная виртуальность, где реальность и виртуальность смешиваются, и потом находится просто одна виртуальность. Понимаете? И давайте теперь вернемся обратно сюда, в нашу лекцию, да, о том, что, видите, насколько, то есть реальность и виртуальность – это всего лишь, не знаю, там, стадии какого-то некоего развития, понимаете, нет, там разные волны различных частот чего-то нашей, там, того, что мы называем место, где происходит вот это наше актуальное, наши процессы телесные здесь, понимаете. Виртуальность и наша реальность там отличаются практически. Сейчас мы вернемся туда. И вот что говорит о виртуальном объекте, виртуальной вот реальности, виртуальной реальности, да, наша наука, что это продолжение реальности, continuation of нашей reality. Понимаете? Или может быть наоборот, мы, наша реальность, вот это вот, наше продолжение нашей, вот всего это, мы, может быть, мы продолжение виртуальной реальности. Понимаете? Виртуальная реальность, сущность несуществующего события, non-occurring event, unborn being, еще нерожденное бытие. Виртуальная реальность. Понимаете? В таком случае мы должны поменять чуть-чуть. То есть виртуальная реальность
это не что-то вытекающее из нашей реальности, вот этой вот актуальности, да? Это наша актуальность выходит, потому что виртуальная реальность является нерожденным бытием. Это еще не случившееся событие. Понимаете, да, о чем речь? И в таком случае иногда, еще раз, да, мы говорим, что вот это вот нерожденное, нерожденное что-то, оно может быть становиться обладателем, может, я не знаю, может быть, это же что-то, потенциальность, да, может быть, интеллектуально, и в таком случае неактивный интеллект, Бог, да, становится создателем для создания виртуального объекта, который затем продолжает создавать виртуальные объекты. Понимаешь? Атман продолжает создавать, создавать и создавать. И таким образом наше вообще все, что у нас есть тут живое, оно продолжает существовать. Понимаешь? Потому что мы продолжаем существовать. Вот это вот силища какая-то. И потенциальная сила любого атмана, любого нашего вот этого внутреннего желания создавать, она потенциально той же самой силе Творца, в реальности которого мы сейчас вот здесь вот живем. Понимаете? Атман, который сам себя осознает, конечно, благодаря практике, во время которых ты там не научишься не чувствовать тело, перестает, когда у тебя работать ум, ты начинаешь сам себя изучать, осознавать самого себя, смотреть, как силы, которые в тебе там бурлят, различные какие-то энергии там потенциальные, да, могут вызывать определенные чувства в твоем теле. Ты проявляешься же сюда, вот в этом виртуальном, в этом мире в каком-то, в виде каких-то там сил, в виде каких-то чувств, в виде каких-то электромагнитных волн, если хотите. Понимаешь? Кто в моем воображаемом мире творец? Конечно же, я. Как я создаю мир, в котором я творец по своему образу и подобию? Я ничего не могу создать такого, что я вообще никогда не слышал, не видел. Такого не может быть. Понимаешь? Принеси то, чего не может быть. Атман. Творец. И, соответственно, и не актуальный интеллект, не актуальный вот мыслящий там потенциал, или не мыслящий, как это сказать, мудро состоящий из мудрости потенциал, вот этот вот, который мы называем интеллектуальным, на самом деле, скорее всего, разумный, да, продолжает существовать вечно дальше. Воображаемые люди на воображаемой планете Земля. И мы на планете Земля, чем мы друг от друга отличаемся? Давайте поговорим в следующей лекции по поводу этого. Хари ом. Кто-то человек, кто-то собака, кто-то мент. Кто-то из нас баскет, а кто-то тукмен. Кто-то в баркрафте глыба, у кого-то домино рыба, а кто-то рыба. Так всегда было, ибо сансара дала выбор. Ты синица, будь хорошей птицей, может быть, когда-нибудь станешь пылить. Кем же был я в жизни прошлой? Что натворил? Почему был сослан в эту ипостась? Ответь мне, почему я покер? Я покер. Почему я пакет? Ответа нет. Почему я пакет? Я пакет. Почему я пакет? Ответа нет. Когда?
Когда ты пакет дел освободит, в основном ты мудаешь или наблюдаешь, когда ты пакет. Ты можешь прожить тысячу лет, увидеть мир, в котором зла уже нет, благодаря бабушке. У них пакет уже недолго там. Я безопасность. Летаю вблизи парка Пушкина. Подбери меня, старушка. Носи во мне твой рот и сушь. Я твой пакет. Я твой пакет.